Добрый вечер, мы из Украины. Сегодня такой плотный день, много чего починили, все сделали. Был там, где нельзя рассказать, где был. Делал и обсуждал то, что нельзя рассказать, что обсуждал. Ну, в общем, так, как-то день прошел. В беготне он 10 часов, новости все пропустил. Сейчас буду разбираться, что происходит. Мы вместе, мы работаем, собираемся со всем на свете. За прошлые сутки, так, через день, враг продолжает нести ущерб. Взорвалась колонна на минах. Расстреляли кое-где, хорошо поработали там за пределами досягаемости. Ну, в общем, красиво пока все идет. Благо, враг пытается перегруппироваться, отпугает нас страшилками, что он будет тут нас захватывать и так далее. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все тут, все хорошо, сейчас что-нибудь поем и поговорю еще раз.